Добрый вечер, уважаемые коллеги. Все ли меня хорошо слышат? Степан Николаевич, вы включили камеру? Вы будете с включенной камерой? Мне не надо включать? Скажите, пожалуйста, а я должна включить камеру? Большинство из вас в наушниках. Слышно хорошо. Камеру включать нет. Хорошо, я буду периодически включаться и отключаться. Ну, может быть, попробуем сейчас. Уважаемые коллеги, как вы понимаете, сейчас минуточку. Как вы понимаете, основная тема сегодняшнего дня на всех уровнях и на всех уровнях власти – это коронавирусная инфекция. Прежде я хочу обратить ваше внимание на доковидный период. В мире ежегодно, обращаю ваше внимание, ежегодно умирает 10 миллионов человек от инфекционных заболеваний. Так было до ковида. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что меняются микроорганизмы, приобретая определенные свойства, в том числе и агрессивность. И мир этот до сих пор, конечно, не распознанный. Они живут миллионы лет, это мы к ним пришли, а не они к нам, и очень успешно выполняют свою главную задачу. А задача главной микроорганизмов – захватывать территории и размножаться, приобретая всевозможные свойства, чтобы удержаться. Скорее всего, все эти годы приспосабливаемся мы. Это главная причина. Вторая причина – достаточная устойчивость к антибиотикам. Если раньше пенициллин действовал, ну, скажем, 50-60 лет, студенты могут остаться, да, 50-60 лет им лечили бактериальные инфекции, то сейчас эра антибиотика всего 5 лет, в том числе и широкого спектра действия, и они становятся неустойчивыми. Поэтому, когда назначают бактериальные препараты, антибиотики, еще неизвестно, поможет он вам или не поможет. Производство антибиотиков не успевает, потому что их надо менять примерно каждые 5 лет. Третья причина, которая дает возможность доминировать микроорганизмам. Это атипичные клинические проявления самого инфекционного заболевания с непредсказуемыми последствиями. Ну вот ковид уже такие некоторые формы показал, как, например, цитокиновый шторм, ну и так далее. Конечно, это отсутствие иммунизации на начальных этапах. Ну и я бы еще назвала появление периодически или даже постоянно новых эпидемических вспышек. Таких как, вот время-то прошло мало, и мы помним, Эболу помним, и помним лихорадку Зика.
Так, что-то у нас со звуком, да? Помним мы еще и атипичную пневмонию, птичий грипп, не так много времени прошло, и инфекции будут постоянно появляться. Это закономерности распространения микроорганизмов. Вот мои коллеги, которые уже на протяжении многих лет работают с вирусами и с другими микроорганизмами, они утверждают, что у них есть IQ. Пусть этот интеллект будет 0,0000, там 0,1, но они выполняют коллективные команды. У них выстроена иерархия власти. У них идет строгое подчинение лидеру. И самое главное, у них нет хаоса, у них порядок. Они выходят в разведывательную деятельность. Мы сегодня тоже коснемся и SARS-1, и MERS, и так далее. Это и была разведка ковида. Определенные взаимоотношения. И все это, конечно, очень сильно доминирует над нашим обществом. Может быть, мне не стоит так говорить, но посмотрите, невидимые совершенно частицы обрушили экономику. Обвалили наши национальные проекты, российские наши проекты, потому что мы 10 лет вкладывали в них деньги, чтобы поднять рождаемость над смертностью. Итог года в том, что в 76 регионах из 85 смертность превышает рождаемость. А в 15 из них превышает аж в 3 раза. Смертность превышает рождаемость. Что у нас еще в России? Значит, в течение года в России погибает 250-300 тысяч человек и погибает именно от гнойно-септических осложнений. Они могут быть связаны напрямую с инфекциями, ну, например, пневмония, пневмококковая пневмония от гриппа. Это может быть связано с нагноением послеоперационных больных, потому что в России практически нет операционных, которые бы соответствовали мировым стандартам. Что это значит? Это значит, когда стоят фильтры в потолке, которые с тебя забирают всю микрофлору, и, зайдя в операционную, ты через несколько секунд становишься абсолютно стерильным. У нас такого нет, поэтому и стафилококки, и стрептококки, и пневмококки – это наши с вами спутники жизни. Они в воздухе, они в воде, они сопровождают нас все время. Поэтому инфекции интересовали даже Королёва, инструктора, генерального инструктора, когда полетел Юрий Гагарин. Первое, о чем они думали, долго совещались, а не привезем ли мы оттуда какую-то бактерию-мутанта, которая вообще может уничтожить весь мир. Поэтому взаимоотношения с микроорганизмами должны быть не на уровне заразы. Ой, зараза пришла, как пришла, так и уйдет. А надо понимать и быть наивными, считая их заразой. Это очень сложный мир и очень умный враг, с которым надо уметь сосуществовать. Вот на этом фоне пришел ковид. Вначале сделал разведку в 2002 году. Это был птичий грипп, Китай, вызвал атипичную пневмонию. Большая была инфицированность населения, но маленькая смертность. Ведь любой микроорганизм
не заинтересован в том, чтобы ему погибать. Потому что если погибает хозяин, то погибает и он. Дальше он буквально меньше, чем в течение года. Это был второй-третий год, вот так, на стыке. Потом через 10 лет Саудовская Аравия. Там летальность уже была более 9%. То есть каждый десятый практически погибал. Если первая типичная пневмония давала 1-2%, то здесь уже 9%. Оценив всю обстановку, ковид выстрелил. И теперь мы уже это зовем не просто эпидемией, а пандемией. Это в современном вот мире нашем с вами вторая пандемия. Первая пандемия была ВИЧ-инфекция. Они немножко схожи, ну и даже там двоюродными или троюродными родственниками считают. Теперь непосредственно, что из себя представляет сам ковид, что известно на сегодняшний день. Я вам говорю только то, что известно. Вот есть так называемая заповедь врача «не навреди», а заповедь исследователя ученого «не наври». Поэтому вот то, что говорят мне мои коллеги, я вам буду говорить. Но то, что он там РНК-содержащий, большинство вирусов таковы, за исключением, скажем, вируса герпеса, потому что вирус герпес ДНК-содержащий, большинство остальных РНК-содержащий. Это, в принципе, никому ни о чем не говорит. То, что он естественный, а не искусственный, это показал выявленный геном вируса, который находится в ядре. И это есть его наследственная основа. Потому что если бы это был искусственный, во-первых, они долго не живут, а этот вирус пришел не на один год, и, во-вторых, там никаких лоскутков не было, никаких следов вторжения в геном не было. Он был естественный. Сейчас даже появилась новая специальность, которая называется геномный эпидемиолог. То есть расследуются пути, откуда он пришел, где он был, куда он ходил и так далее. Значит, выяснилось, что это естественный выход микроорганизма. Следующее очень важно, что он крепится к специальным рецепторам. Это белковые основания. Когда он пробирается в организм, он начинает сигналить. Ну, примерно как вот мы подаем смс-ки, спрашивает, ты там где находишься? Или фонариком светим, а ему фонарики отвечают. Поэтому он целеустремленно партизаном, который ему сигналит. Поскольку у маленьких детей таких рецепторов нет, то за жизнь маленьких детей бояться не стоит, особенно там грудничков, потому что многие говорят, вот нам надо идти на дистант, потому что в доме маленький ребенок. Вот маленькому ребенку это как раз не страшно. Не страшно детям от 1 до 3 лет, потому что у них еще идет только становление этих рецепторов. Ну и понятно, чем больше будет этих рецепторов, тем возможность возникает больше заразиться. Но также точно и ВИЧ-инфекция действовала. Крепилась только специальным клеткам, которые содержали рецепторы CD4. Но если при вирусе ковидном это только верхние дыхательные пути, то при ВИЧ-инфекции они разбросаны по всему организму, эти рецепторы.
Это был и кишечник, это было и сердце, и надпочечник, и кровь, и так далее. Только лишь то, что было медленное течение, их так называемая подгруппа ленте вирусов, человека спасало. А на самом-то деле тут, конечно, могла развиться целая буря. Третье свойство – контагиозность, то есть способность заражать. Вот когда исследовали вот эти теплоходы, где тысячи людей отдыхали, то оказалось, если есть население 60 лет там, немного меньше или немного больше, то среди них заболевал каждый четвертый, 25%. Остальные не заболевали. То есть он не настолько контагиозен, как, скажем, вирус кори. Вот если появляется вирус кори, а человек не привит и не болел, то там 99%, что он заболеет. Он даже источника этого не видел. Где-то на одном этаже, один в конце одного места, другой на противоположной стороне. И он все равно заболеет. Этот вирус, как назвал академик Онищенко, бывший главный санитарный врач России, назвал его интеллигентным. Ну, насколько он интеллигентен, судить вам. То есть среди даже пожилых людей он заражает только каждого четвертого. А среди более молодого контингента – каждого шестого или даже седьмого человека. Вернее, шестого, даже шестого, а то и седьмого человека. То есть если вы даже встречаетесь с источником, больным человеком или носителем, это не значит, что вы заболеете. То есть вот болеет вот так. Кроме того, есть 1-2% населения, которые вообще генетически не имеют этих рецепторов. И они этими инфекциями не болеют. Если 7 миллиардов проживает население, то вот представьте, сколько это там, 140, что ли, миллионов не болеют инфекциями вообще. Это я говорю для тех, кто себя очень дискомфортно чувствует, очень неуютно чувствует и находится в состоянии боязни. То есть не каждый человек и даже контактируя, я думаю, мы все контактируем, все равно. Другое дело, мы получаем вирусную нагрузку небольшую, видимо, и не заболеваем. Какую же вирусную нагрузку надо получить? Вот ученые считают, что эта нагрузка составляет 10 миллионов вирусов. Если человек кратковременно находится там где-то, ну, скажем, магазин пошел, быстренько вернулся, еще куда-то сходил и вернулся, конечно, нагрузку 10 миллионов получит. Если организм справляется, ну, незначительное количество хронических заболеваний, сейчас, кстати, хронических заболеваний у всех много. Хронизация российских граждан составляет 80%. То есть 80 человек из 100 имеют, ну, скажем, там хронические отиты, тонзиллиты, гайморитты, гастриты и все прочее. Поэтому, конечно, у них риск выше будет. Но, тем не менее, такую дозу не хватает. И не дозу, а вирусную нагрузку. Ну, просто по аналогии можно сравнить с дозой облучения. Да? Чем больше доза, тем сильнее последствия. Так и здесь. Ну и организм с такой нагрузкой может даже справляться сам. И даже в любом возрасте. Теперь,
Что еще очень важно, особенность, вот мужчинам приходится тяжелее, потому что известно, что тестостерон, мужской половой гормон, является проводником коронавируса. Он может его провести партизанам. Ну как этот механизм вообще происходит? Попадает в верхние дыхательные пути. Развитие верхних дыхательных путей происходит примерно до 4 суток. То есть он пробирается туда, внедряется. Клетки дают возможность прицепиться. Клетки не пассивные, каждая клетка борется как может, но до конца иммунопатогенез неизвестен. Например, почему, когда попадает клетка, в одних случаях активизируются наши с вами помощники, так называемые Т-хелперы, клетки, которые находятся в клетках, и помогают бороться с инфекцией. В других случаях этот вирус совершенно невидим, и клетки его воспринимают как свою клетку, как своего родственника, и почему-то начинают активизироваться клетки, которые называются Т-киллеры, и начинают действовать. Вот если в это время вдруг появится возможность активизировать иммунитет, то будут активизироваться клетки-убийцы, Т-киллеры. Те их пропустят, и дальше пойдет их активизация. Вот эта часть иммунопатогенеза до сих пор неизвестна вообще, почему так происходит. В это время как раз надо, чтобы просыпались клетки другие, клетки, которые называются Т-суппрессоры, клетки, угнетающие иммунитет. Они в это время спят и не просыпаются. Поэтому, если только вверх берут Т-киллеры, вот развивается тот самый цитокиновый шторм. Тут, конечно, самое главное бы понять, но на это должны уйти годы. И годы, может быть, значительнее. По аналогии я вам хочу привести пример с ВИЧ-инфекцией. Вот ВИЧ-инфекция, самые ее первые случаи появились в середине 70-х годов. Это была Франция и было Соединенные Штаты Америки. Первый официальный случай был зарегистрирован в 83 году. На тот момент понимали только одно, что чем бы человек, какие у него симптомы не были, кончается одним. Человек теряет свою иммунную систему. И первый случай в Омске, зарегистрированный в 1996 году, его рассматривали врачи, осматривали в противочумных костюмах, вот напоминающие сейчас ковидные. Они немножко сейчас усовершенствованы. Тогда, представляете, в противочумных костюмах, хотя мы теперь знаем о ВИЧ, но вот прошли годы, чтобы понять, что для окружающих он не настолько опасен, если только человек сам, ну, не проявляет какие-то невежественные поступки свои, которые могут его в это состояние вогнать. Поэтому вот это очень важно, понимать, что же с ним происходит. Теперь дальше. Всех коронавирусов на сегодняшний день известно более 40 штаммов. Для человека опасны. Что-то у нас тут с техникой. Я, наверное, камеру отключу.
На сегодняшний день для человека опасны семь. Семь серотипов, семь, которые имеют разные антигенные структуры. Ну вот, в частности, в эту группу входят и SARS, и MERS, там, и COVID вошел, и так далее. До этого болели животные, мы с ними тоже контактировали, животные болели и умирали, но этот тип был для человека не опасен. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, что коронавирусная инфекция, делав разведку, вышла вот в такой активной фазе и начинала на животных, потому что ветеринары подтверждают, что у них регистрировалась коронавирусная инфекция и много погиб, ну немного, у них это понятие, много, сколько в цифрах, не знаю, погибло особенно кошек от коронавируса. От коронавирусной инфекции. Известно сейчас три таких типа. Прежде всего, это китайский тип. Китайский тип проходил относительно легко. Ну, может быть, это и связано с его свойствами. Он делал еще первые шаги. Может быть, еще и с тем, что у них законопослушность выше, чем у всех остальных стран. И вот эта вторая волна, ну, прямо пример тому, у них идет совершенно по другому типу. Более того, в 2021 году они намечают прирост ВВП в 1,1. Если мы еще не будем догонять и в начале 2022 года того уровня, который был до ковида, то Китай уже пошел на плюс. Второй тип был американско-австралийский тип. Он, наверное, пришел со всех сторон к ним. Ну, как он протекает, вы знаете, Америка идет на одном из первых мест с высокой смертностью и так далее. И, наконец, европейский тип. Вот Россия получила заражение от европейского типа, потому что мы с Китаем вовремя границы перекрыли, а вот с Европой нет. Это, пожалуй, тоже один из самых агрессивных типов, который был европейский. Вот по этому поводу даже у геномных эпидемиологов есть такой анекдот. Сидят вирусы за столом в Америке и обсуждают, куда им дальше пойти. Они говорят, здесь оставаться опасно, смертность высокая, мы здесь умрем. Давайте мы с вами направимся в Швецию, там качество жизни лучше, мы там продержимся. На что другие вирусы отвечают? Да, качество жизни у них лучше, но у них меры никакие не принимаются, мы там можем тоже загнуться. Давайте лучше в Россию. В Россию можно, меры принимаются. Нам они, конечно, существенно на нас не влияют. Но там дряхлое население, тоже помрем. Давайте лучше в Европу двинем. Там все равно хаос, ничего не поймешь, ничего не разберешь. Так началась вторая волна ковида. Так что немного вас отвлекла. Теперь дальше, что известно, значит, расшифрован геном, расшифрован он полностью нашей страной. И, конечно, очень важно для особенного возникновения вакцины вот эта расшифровка, на какие именно субстанции делать. Почему это важно? Вот до 90-х годов у нас были лучшие лаборатории мира. И Новосибирская противовирусная лаборатория, и московские все эти. Но в 90-х годах прекратилось финансирование. И этим людям надо всем поклониться, потому что они сохранили все эти достояния, все эти свои научные наработки даже тогда, когда не получали деньги.
или получали их там через месяц или два. Поэтому сейчас им ничего не стоило создать конструктор. Вот как конструктор детский, где только переставляются пазлы. И если их основоположники на создание вакцин тратили годы, вакцина создавалась лет 5, она больше создавалась, чем испытывалась. А сейчас наоборот, создание вакцины ничего не представляет из себя трудности. Испытать ее надо правильно. Почему вот не разрешают сейчас вакцинировать 60 там, плюс или 65 плюс? Потому что нужно знать отдаленные последствия. Это белковые основы. А белковые основы могут все что угодно спровоцировать, в том числе там и атипичные клетки, заставить проснуться и так далее. Поэтому хорошо бы изучить подольше, но опять времени для этого нет, потому что инфекция наступает. Значит, что еще очень важно? Ну, источником, вот правильно говорить, источник заболевания. Именно источник заболевания. Не переносчики, как говорят, переносчики – это только насекомые могут быть переносчиками. Но в очень редких случаях птицы, там, например, человек – только источник или носитель. По-другому больного или носителя назвать нельзя. Только вот в такой степени можно говорить. Больным является человек и в скрытой форме, источником вернее, и в скрытой форме. Он может быть и в легкой степени тяжести, он может быть и в средней, и в тяжелой. И даже, вот как я сказала, в латентной форме. Это подтверждали, например, высказывания нашего главного санитарного врача Анны Поповой, которая сказала, во время летних каникул в Москве обследовалась большая группа школьников, которые во время каникул, вот что им надо было, то и делали. Ходили по паркам, играли там, бегали, плавали и так далее. И оказалось, что у них иммунная прослойка составляла 25%. Это антитела. Вот представьте, они даже знать не знают, что они больные были, стертой формой, и бегали. Конечно, тот, кто к ним ослабленный, или тот, кто дома мог быть в возрасте 60+, мог перенести эту инфекцию более тяжело. Но, конечно, те, кто легкая форма, они, ну, как вам сказать, они выделяют возбудителя меньше. Меньше. А те, кто в форме тяжелой, те больше, но те не ходят, те лежат. И вот в этом году Москва вдруг решила, не вдруг, она поняла свои ошибки. И знаете, что они сделали? Они сделали так. Легкие формы идут налево при госпитализации, средние направо, а тяжелые прямо в реанимацию. Если только мы допустим, что у нас легкие формы будут ходить, а ходить они будут. Потому что большинство больных – это люди не публичные, их никто не знает. И сидеть дома они, скорее всего, не будут. Поэтому они будут заражать всегда. Кроме этого, значит, куда девается вирус? Он выделяется, попав к человеку, вот человек болеет, во-первых, надо запомнить, что после своего выздоровления, опять ссылаясь на Анну Попову, вирус выделяется не у всех, но выделяется до
90 дней. Можете себе представить? 3 месяца выделяется вирус. Вы рады, что ваша коллега пришла или пришел после выздоровления, начались тут обнимания, молодец, ты все это сделал, а он еще может выделять вирус даже при отрицательном двухразовом результате. На результаты надеяться не стоит, потому что, во-первых, ПЦР только в 65% дает правильный результат, а в 35% это ошибка может быть. Почему очень часто люди ждут, вот у нас в Омске, неделями результаты? Потому что все результаты, положительные, отрицательные, нет положительные, должны передаваться в Роспотребнадзор. А там из них половина идет сомнительных. Их надо перепроверять. И тогда биоматериал этого человека идет в другую лабораторию. Вот такой лабораторией у нас является лаборатория, которая находится в Институте природно-очаговых инфекций. Та, которая рассудит, тут есть антигенная структура или ее нет. Так вот, когда человек переболевает, то что происходит? Он выделяет, естественно, воздушно-капельный путь, раз он входил так, вирус так и выходит, выделяет через кишечник, при дефекации, и могут приобретать хронические формы и оседать у человека. Вот как вы думаете, где сидит вирус? А там же сидит, где сидят и все остальные вирусы. А где они сидят? Они сидят, вот есть ядро клетки, там есть наша ДНК, которая несет наследственную информацию о каждом из нас, и о наших болезнях, и о нашем цвете глаз, и цвете волос. Все там есть, но на сегодняшний день это всего лишь 10%. А 90% ДНК мы называем на сегодняшний день, это не распознано еще, все генетическим мусором. Вот в этом генетическом мусоре и сидят вирусы. Вы думаете, вирус гриппа, например, начинается? Откуда вирусы берутся, если они не существуют вне клеток? Они гибнут. Откуда он придет? Конечно, он придет от больного человека, когда ему станет хуже, ну, например, он простыл, он перенес какой-то стресс, у него тут что-то ухудшилось, питание там, повысилась работоспособность, день и ночь тут работал по какой-то там программе и так далее. И вот этот вирус и вышел. И пошел делать свое дело, я пока про вирус гриппа говорю, и все. И так говорят, что вот эпидемия гриппа пошла. Ну или этот человек откуда-то приехал. Это же тоже не исключается, с теми же самыми последствиями. То есть прячутся они именно в генетическом мусоре. Но у людей с ослабленным иммунитетом, потому что хронические формы не всем свойственны. Если человек молодой, здоровый, конечно, он, скорее всего, избавиться полностью от вируса. И у него хронических этих форм вовсе может не быть. А человек ослабленный, конечно, будет находиться в этом состоянии. Теперь, как поведет себя вирус? Ковидный, грипп там и так далее. До сих пор никто не знает. Может быть, они станут врагами. И тогда будут уничтожать и ослаблять друг друга. Потому что территории всегда завоевываются.
Не думайте, что если один пришел, он гостеприимно встречает другого возбудителя. Нет. Вот даже те, кто имеет хронические очаги инфекции, бактериальные, например, то всегда, всегда идет борьба. И чаще всего своя инфекция другую не пускает. Люди удивляются, вот он больной, больной, в нем места не найдешь, а он не болеет, а у меня нет очагов, а я болею. Да потому что его хронические очаги не пускают другую инфекцию. Потому что это их территория, они ее завоевали, потом и кровью. Это все непростые вещи, в том числе и для вирусов. Я вам говорю так, как говорят мои знакомые вирусологи. Значит, может быть, они пойдут каждый параллельным путем. Может быть, они наоборот станут друзьями и будут усиливать друг друга. А может быть, грипп и вообще не придет, испугавшись вот коронавирусной инфекции. Поэтому что будет, никто не знает. Но ведь прошло всего 9 каких-то месяцев, как мы знакомы с этим вирусом. Пусть пройдет гораздо больше времени, чтобы глубоко-глубоко понять, что же все-таки происходит. Значит, пути мы с вами тоже определили. Воздушно-капельный путь и контактно-бытовой. Поскольку вирус все-таки должен существовать где-то, в аэрозоле в какой-то, то я вот с трудом верю, все-таки доказательных методов на сегодня нет, что там он содержится 5 суток, где-то он там держится 10 суток. Вне клеток ему жить очень сложно, ему нужна какая-то среда. Вот в замороженном состоянии он может жить. Это показал еще вирус ВИЧ-инфекции. Например, если ребенок нашел шприц с бурой жидкостью, похожей на кровь, где-то бросил наркоман на детской площадке и укололся, а это лето и жара, то вирус там уже погибнет через 10 минут. Ребенок не заразится. Вероятность заражения 0,0000, там, а если еще обработает рану, то практически никакой. Вот гепатитами можно, они более устойчивы. Так вот, а вот в промерзлой, замерзшей крови сохраняется ВИЧ до 9 месяцев. Даже бактерии, которые считались, могут жить только десятилетиями, они живут столетиями. Это подтвердили раскопки древних животных, где раскопали и нашли спору сибирской язвы. Поэтому, представляете, то есть она способна потом активироваться, превратиться там в вегетативную форму и заражать людей. То, что промерзла земля, или вот там сейчас китайцы опять обнаружили на упаковках, которые были в холодильнике там продуктов, вот выделили этот вирус, в это поверить можно. А в то, что он вот там живет 15-10 суток, где-то в сухом состоянии, в это поверить сложно. Или, например, на деньгах металлических. Не знаю, вот таких я разговаривала, и таких пока научных подтверждений в этом плане нет. Значит, доминирует, конечно, воздушно-капельный путь. Потому что во все времена им управлять очень сложно. Воздух – большой объем. Единственное, что совершенно точно известно, что вирус по воздуху не летает. И если человек идет, например, утром, когда народу нет, а он в маске, тут весь закрыт, в перчатках, вот здесь бояться не надо. Потому что вирус, если никого в округе нет, он его никогда не встретит, с ним не встретится. Здесь можно как раз
никакую маску не носить. Теперь, значит, давайте поговорим, как же все-таки происходит заражение. Заражение. Значит, вирус, внедряясь, сигналит, как я уже сказала, рецепторам, и те ему отвечают. И начинается внедрение. Вот если бы в этот момент промыть хорошо тот же нос, кстати, нос играет большую роль, чем рот. А мы часто видим маски. Рот закрыт, нос открыт. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Но мы об этом еще поговорим. Значит, внедряется, и если бы промыть с отторжением слизистой, а это делает любой солевой раствор, я вот не знаю, когда вы, например, заболеваете любой инфекцией, начинаете чихать, там, тут уже близко и нос что-то тут дает знать, что микроорганизмы, то многие люди начинают капать там всякие сосудосуживающие для того, чтобы уменьшить отек, сосудосуживающие капли, и тогда человек дышит легче. Но а надо промыть солевым раствором так, чтобы слизистая отторглась вместе с этими микроорганизмами. Я вас сейчас сразу научу, как отличать, вирусная это природа или бактериальная. Значит, если это вирус, то все секреты прозрачные. А если у бактерии присоединились, это густообразный, такая уже слизиобразный секрет, причем может быть желтого, белого цвета или даже зеленоватого. Вот если это уже бактерии тут как тут присоединились, и надо, может быть, даже использовать бактериальные капли. Вот в более поздний период. А так промыл нос каждый день или днем и вечером, и вся эта слизистая отторглась, и уже ни один вирус не может прицепиться, тем более пойти дальше. Но у нас вирус ковидный, поэтому он хитрый, его называют партизаном, он проходит молча, тем более, скажу сразу еще его одну особенность подчеркнуть, ковид заразен в инкубационный период. Вот ни один вирус не заразен в инкубационный период, да и вообще, ну, ВИЧ, пожалуй, ВИЧ тоже в инкубационный период. Дальше ни одна болезнь в инкубационный период не заразна, а ковид заразен. То есть он не успел еще внедриться, а уже может заражать других. Поэтому примерно четверо суток он двигается молча партизаном. Почему многие и ничего не ощущают? Но у некоторых бывает, вот как если только появляются первые признаки, считайте, что это ваше благо, потому что вы можете заподозрить уже, что начинается внедрение вируса. А если ничего нет, а потом раз цитокиновый шторм. Вот так некоторые, даже известные люди погибали. Вот у юмориста Анатолия Трушкина был, ну, такая, скажем, средней степени тяжести заболевания. Он лежал в больнице, дело шло к выписке, и вдруг цитокиновый шторм. Вот таким же партизанским ходом прошли и попадают дальше в легкие. Значит, обычно в легкие попадает вирус на четвертые сутки. Но если те, у кого не ходит, конечно, есть вот эти стертые латентные формы, вот эти дети, которые бегают с вирусами
особенно младшие школьники, там и старшие переносят тоже очень достаточно легко. Значит, вот они-то как раз и у них до легких может не доходить. Но если дошел до легких, то тут уже будет зависеть от качества вашего здоровья. Мне никогда не нравился тост, когда поднимаем вино или еще хуже водку, токсическое вещество, и говорим, давайте выпьем за здоровье. А потом организм, если это водка, выходит 4 месяца. Вот вы меня слышите? 4 месяца выходит из состояния то, с которого все начиналось. Надо перестроить все органы системы. Надо нервной системе взять повышенную нагрузку, чтобы все координировать, чтобы ни один орган так жестко не пострадал, не погиб и все прочее. Все работают на износ. Так вот, за здоровье надо не пить, за здоровье надо бороться. Поэтому у людей, которые занимаются физической культурой, например, делают постоянно упражнения, в том числе и связанные с раздуванием так называемых альвеол, то альвеолы справятся с вирусом, который придет в легкие, и может быть даже 50% поражения, а оставшаяся часть альвеол работает так, что сатурация, ну, сейчас уже все знают, что такое сатурация, насыщение крови кислородом, остается нормальной. А у другого человека поражение 10%, и уже сатурация начинает снижаться. Причем снижаться, так, я чуть позже отвечу. Причем снижаться начинает ого-го как. Поэтому, если человек уделяет внимание и понимает, что здоровье – это та копилка, которую надо все время пополнять, а не только оттуда все время брать. Ведь мы себя чувствуем хорошо в 40 лет только потому, что мы залезли в резервы 50-х годов. В 30 хорошо, потому что потащили резервы 40-х годов. А потом, когда приходит 50, ну там что осталось? А дальше резерва нет, мы ничего туда не положили. Поэтому вот от того, как человек будет себя, как он себя готовит к этим всем деяниям, действиям точнее, так вот так он и будет идти у него поражение. Я читаю вопрос. Общий иммунитет. Ну, общий иммунитет сводится к тому, что скупили весь витамин D, потому что витамин D укреплял и укрепляет клетку всегда. А тот, кто перешел на яичные желтки, на печень трески, на рыбий жир там и так далее, то это нужно съедать большими порциями, чтобы помочь клетке. Клетке-то надо было помогать, конечно, раньше. Значит, выход 7-минутный, вот, ну, по прогнозам, что ли, будет связан только с вакцинацией. Именно вакцинация поможет, тем более она двухэтапная, она бережная. Она вначале будет поднимать антитела, а потом поднимает иммунитет клетки. Если антитела даже начнут снижаться, то клетки памяти все равно будут все помнить. Потому что все остальное, тот, кто не болел, болеть не будет. Тот, кто склонен заболеванию, может заболеть, но о тех рисках, которые нас ждут, например,
связанный с учебно-воспитательным процессом в нашем корпусе, там, в другом корпусе, это, скорее всего, вот об этих проблемах мы с вами будем говорить завтра. А сегодня мы с вами будем говорить немножко по-другому. Но на вопросы ваши я буду все равно отвечать. Вот мне часто задают студенты, где-то они услышали, что курение помогает убить вирус. Вирус – это та же клетка, что и наша клетка, подвергается определенному риску. И курение действует на вирус плохо. Вот если вы закурили в тот момент, когда внедряется вирус, он может погибнуть, так же, как и гибнут или болеют наши клетки. Но угадать этот период практически невозможно. Но если вы курильщик постоянный, то альвеолы ваши начнут, конечно, разрушаться. И тогда они не смогут выполнить ту функцию, которую они должны выполнить. Теперь, ну, питание, видите, поскольку рецепторы белковые, почему у людей старшего возраста риск больше? Потому что много хронических заболеваний, и они пьют лекарства, которые укрепляют эти рецепторы. Лекарства против, скажем, ишемической болезни, против гипертонической болезни, ожирение, например, связанное вот с нарушениями этого примерно количества и так далее. Но относиться до конца неиспытанной вакцинации – можно было бы ее продлить, но состояние возникает тяжелое. Вы не забывайте, я вам сказала вначале, что смертность в 15 регионах превышает рождаемость в 3 раза. 3 раза. И по всей стране. И поэтому время для раскачки нет. И очень важно еще правильно наладить организацию медицинской помощи. Вы видите, что в Омской области она прилично хромает. И оказание помощи человеку, который должно быть, оно все-таки не происходит. Я вот специально записала слова Путина, который выступал на Валдайском экономическом форуме и сразу же сравнила с нашими скорыми, которые там вчера или позавчера сигналили у Министерства здравоохранения. Когда Путину сказали, а почему вы не пошли по шведскому пути? Ну и что? У них-то экономика пострадала меньше. На что он ответил? Ну, она пострадала, пусть она меньше, но зато смертности у нас меньше, чем у них. Поэтому он еще и сказал, что, так, сейчас, минуточку, его выражение «биться и сражаться за каждого человека» – это наша с вами главная задача. И сопоставьте реальную действительность, которая была. Поэтому вакцины, которые будут сейчас испытаны, они испытываются все равно уже на 60+. Это и добровольцы, это и обязательно работники вот нашего новосибирского тут вектора и прочее. Ну, тут ведь важно не это, а важны отдаленные последствия. А отдаленные последствия, вот раньше лекарства испытывали 5-6 лет, отдаленные последствия. И они выстреливали через 5 лет. Поэтому если мы будем иметь отдаленные последствия 5 лет, тогда человеку, наверное, уже будет все равно, от чего погибать. Наверное, стоит все-таки вакцинироваться именно от той, которая будет создана для этого возраста. Она смягчена.
А мы их отдаленные последствия все равно не узнаем. Надо, чтобы годы прошли. Что спирт или водка могут заменить антисептик. Но я вам сказала, что водка, если наружно, не вовнутрь, а наружно. Ну, это, конечно, да. Это в высшей степени антисептик. Он выше, чем все те растворы, которые есть. Это совершенно правильно, да. Применять можно. Ну, вот не знаю, может быть, нам сегодня тоже поговорить о антисептиках, там, масках и так далее. Или мы это все оставим на завтра. Сегодня я еще кое-что скажу и отвечу на ваши другие вопросы. Как мы с вами решим? Просто другого пути нет. Очень трудно понять, к какой группе каждый из нас относится. Будем мы болеть или не будем. Например, многие люди не болели гриппом и не болеют. Заболеют ли они ковидом или нет? Этого никто не знает. Или, например, перчатки, да? Ну, для чего мы носим маски? Маски мы носим для того, чтобы проявлять ответственность к другому человеку. Мы защищаем не себя, а мы защищаем другого человека, чтобы вся наша инфекция осталась с нами. Поэтому, когда говорят, что вот если два человека одели маску, то риск их минимальный. Это неправда. Этих исследований нет. Это никто не знает. Если бы маской, респиратор и костюм так защищали, то врачи в красной зоне не заболевали бы. Ведь когда врач находился 6 и более часов там, получает риск выше, он заболевал, несмотря на все средства защиты. Поэтому сейчас уменьшили там до 3-4, и он уходит. Потом по мере необходимости может там на час еще вернуться. А вот пребывание более кратковременное позволило выявить у врачей формирование иммунитета. И у каждого четвертого без всякой вакцины, без всего сформировался иммунитет. Вот как у лабораториях противовирусных формируется иммунитет. Они открыто говорят, мы дышим этими вирусами, и нам ничего не надо. И у нас формируется этот иммунитет. Мы понимаем примерно, сколько надо быть, чтобы не заразиться. Когда мы еще раз одеваем маску, мы прежде всего бережем другого человека. Но маски ведь тоже надо правильно носить. Конечно, предпочтение надо отдать медицинским маскам. Почему? Потому что они содержат мембранную прослойку, которая задерживает микроорганизмы. Пусть она защитит на 10%. Вот те, кто работал, говорят, больше чем 10 маска не защищает от ковида. Но пусть даже 10, это все равно снижается риск. Но если эту маску вы решили постирать или обработать дезинфицирующим раствором, мембранный слой исчезает сразу же. И она превращается в обычную маску. Значит, мы просто носим обычные маски, уже без всякой защиты. Вот если пришли студенты на 4 пары, им надо минимум 4 маски. Минимум. И каждому, кто 8 часов работает, использует их, значит, он должен проехал в транспорте
Ее надо по-хорошему выбрасывать. Маска-то стоит 25 рублей на 4, да? Это 100 рублей в день. Для студентов это дороговато. Даже для преподавателей дороговато, если он работает каждый день. Поэтому можно и выбрать респираторы, но те вообще стоят до 170 рублей, которые более-менее хоть фильтруют там вперед и назад, отбрасывая. Через фильтры вирусы собирают. Их тоже можно... Есть и разовые там такие, есть и более длительного периода, там 8 часов, 10 часов и так далее. То есть если только это все нарушается, а это, конечно, все нарушается, вы садитесь в транспорт, ну, может быть, с утра кто-то и взял чистую маску, а, скорее всего, постиранную. А вечером-то все едут практически с этой маской, значит, это уже рассадник инфекции. И точно такая же история в вузах. Вот мы получали все карты «Газпрома». Вы видели, что там творилось? Народу много, дистанцирования нет, масок нет. Сами работники, у них маски на бороде висят, работники «Газпрома». И что дальше? Конечно, вы получили определенно дозу эту, не дозу, а вирусную нагрузку. Но будем считать, что она была незначительная. Она, можно получить ее только от молодых, а они много не дают там. У самих это все в маленькой вирулентности. Перчатки. Для чего мы носим перчатки? Перчатки мы носим для того, чтобы приучить человека не трогать лицо. Например, зачесался нос, я говорю студентам, терпите. Зачесался глаз, терпите. Попал волос в рот, терпите. Пока вы не придете на какую-то точку, где вы можете хорошо вымыть и правильно руки, мы еще тоже коснемся этого вопроса, взять или носите с собой салфетки, но так, чтобы вы могли взяться за одну сторону, а ее стерильную часть вот тогда попробовать почесать глаз, например. А если вы ходите там в магазин, в автобусы, везде заходите, вот перчатки вам нужны только для того, ой-ля-ля, меня слышно? Что-то меня выбило тут. Сейчас подожди.
Сейчас слышно нормально? Так, хорошо. Значит, перчатки для того, чтобы сформировать правильный стереотип и не браться за лицо. Потому что входными воротами являются глаза. Почему глаза? Да потому что они имеют носослезные каналы и имеют сообщение с носом. Если попадет в глаза, попадет нос, а дальше пошло все по плану. Дальше, значит, это не трогать рот и не трогать лицо вообще, потому что в перчатках вы не будете чесать щеку свою и так далее, щеку. А если вы выработаете стереотип, то вам перчатки не нужны. Ну вот вы привыкли руками ничего не трогать и понимать все время, что они грязные, что надо их мыть, только тогда трогать. Мы ведь, в принципе, всю страну уже научили мыть руки, потому что раньше, вот в нашем корпусе, например, одна раковина, и студенты, когда ели, они не успевали даже руки помыть. Они этими же руками и употребляли пищу. А теперь уже каждый боится, выстраивается в очередь или имеет там антисептики, обрабатывает и прочее. Так что вот научили. Главное, если научитесь, то вам и перчатки не нужны. Когда идет сейчас трактовка о том, что надо бы, наверное, иметь и кожаные там перчатки, все остальные, вот это делать не надо, поскольку вы только насобираете всю эту инфекцию. И в течение там 2, 3, 4 дней она должна только погибать. Тогда эти перчатки надо закинуть, и они должны уже освободиться от этой микрофлоры. Так, теперь, значит, переносят ковид пожилые люди, да и сейчас те, кому 40 плюс, достаточно тяжело. Это связано, как правило, с запущенными формами и отсутствием лечения на профилактическом уровне. Ну, то есть вот вы чувствуете, что надо принимать и что делать. Уже много-много раз говорили. Как только вы почувствовали, что у вас слабость, ломит мышцы, например, ну, потеря обоняния отмечается, но это типично, кстати, для многих вирусных заболеваний, потеря обоняния. Просто на это раньше никто не реагировал, а сейчас все стали принюхиваться. То, конечно, надо выкупить или иметь про запас интерферон, капать в нос, он называется в данном случае грипферон. Его можно использовать и 3-5 раз в сутки, по 3 капли в каждую ноздрю. И препараты противовирусной природы. Ну, например, арбидол, импортный препарат, или препарат наш, отечественный, но тоже называется он той же природы, что и арбидол. Это просто противовирусные препараты, которые можно лечиться профилактически, то есть не нанести никакого вреда. Пока не возникнет пневмония, все антибиотики назначает только врач. Они имеют много побочных действий и приведут иногда к тяжелым последствиям. Или вы их пьете, они не действуют на микроорганизмы, а другие системы рушат. Я разговаривала с некоторыми пациентами или через третьих лиц. И вот молодая женщина, примерно 40 лет или 35, она говорит, я чувствовала себя очень активно, жизнерадостна была. А вот как только я переболела, все, мне кажется, что мне 90 лет.
У меня нет ни желания, ни настроения куда-то идти, что-то делать, как-то себя восстанавливать. А вся беда, знаете, в чем? Вот эта наша боязнь приводит к тому, что мы вводим в состояние торможения нашу нервную систему. А наша нервная система координирует деятельность всех. Вот если человек оптимист и не воздействует на нервную систему, а надеется на выздоровление при любых обстоятельствах, то нервная система заставит на износ работать все органы системы. Если она только от влияния стресса, депрессии получит какие-то отголоски и сама не сможет, мощность, конечно, она не запустит и другие системы. И отсюда вот вся эта череда всех этих последствий. Поэтому на это тоже надо обратить обязательно внимание. Тут еще тут вопрос был мне, как это вылечили Трампа так быстро от коронавирусной инфекции? Ну, Трампа лечили ударными дозами. Причем не каждый организм это выдержит. Что сделали ему? Прежде всего, ему ввели антитела от 3, по-моему, сингапурцев. То есть большая концентрация антител, которая сразу нейтрализовала вирус гриппа, антигенную его структуру. И дальше ему дали препараты, которые предупреждали развитие как бактериальной, так и вирусной пневмонии. Но не каждый, еще раз подчеркиваю, организм выдержит, потому что в биологии есть такое понятие. Все, что медленно, все надежно, а все, что быстро, все как-то хаотично. То есть если человек от гриппа выздоравливает неделю, это плохо, это для организма стресс. А если он выздоравливает за 2-3 недели, это хорошо. Это медленно, все включили системы и привели к исходу выздоровления. Так, ну теперь давайте я отвечу на ваши вопросы. И на сегодня мы будем заканчивать. Значит, про вакцинацию мы, может быть, даже поговорим, наверное, завтра. Все, что касается вакцинации, поговорим. Я думаю, что в такой обстановке, ведь пик намечается только, в частности, в Омской области, ну, наконец, наверное, ноября. Мест в больницах нет. Видите, что было? Если уж попадать куда-то, ссылайтесь вот на слова Путина, и лучше всего работают военные госпитали. Во-первых, этих студентов учат по-другому, чем вот наши врачи. Там могут быть врачи, ведь оказаться других специальностей. Там могут быть и стоматологи, и те, кто и раньше не знал и не ведал, что это такое. А военных их, во-первых, отбирают отличников, начиная там с 4-го курса обычных вузов, и доводят их там до кондиции, до специалистов выше уровня. Поэтому именно военные более профессиональны в этом плане. Повторное заражение. Значит, Тамара Сергеевна, насчет повторных заражений. Ну вот на сегодняшний день известно более 44 миллионов инфицированных. Повторные заражения встречаются меньше, чем у 100 человек. 44 миллиона меньше, чем 100 человек. Наверное, это ничто. Сказать, может ли оно протекать бурно или наоборот более вяло, ну пока тоже трудно. И выборка маленькая, но говорят так, что клетки памяти все равно помнят. Это вот как будто
вы изучали иностранный язык и его подзабыли. Вы с носителями перестали общаться. Но вы же вспомните иностранный язык гораздо быстрее, чем тот человек, который не общался, не учил этот язык вообще. Это не иммунитет на 2 недели. Это вот те, кто переболевает коронавирусной инфекцией, у тех долго антитела не держатся. Но клетки памяти, Елена Сергеевна, сохраняются все равно. Причем даже переболевшим рекомендуют ставить вакцину. Вот та вакцина из 2 порций, она, как уже предположили, будет сохранять эти антитела до 2 лет. До 2 лет. Если у вас случится так, что не примут вас, значит, запомните, ваше здоровье – это ваше здоровье. Поэтому вы должны требовать. Бывает, вот состояние резко ухудшится, а или скорые, или там медицинские учреждения не дают добро на госпитализацию. Значит, надо сразу звонить на горячую линию Минздрава, я вам телефон даю, даже не колл-центра, а этой линии, где сидят специалисты Минздрава, 21-12-26. Всю быструю ситуацию изложили и требуете. И вот слова Путина, когда борются за каждого человека, приводите в пример. Через сколько дней можно обращаться с переболевшим человеком? Так, Наталья Павловна, ну вот я вам сказала, что до 90 дней не все, а некоторые выделяют вирус. До 90 дней. Поэтому давайте мы пока в этом году будем дистанцироваться и понимать, что это самое главное мероприятие наше. Видите, этого никто не знает. Будет ли прививка от гриппа, может ли прививка снизить риск заболевания ковида. Вот моя коллега Светлана Захарова, она как раз прививками занимается, она считает, что да. Но доказательствами этому нету. Потому что вот представьте, что если грипп вообще не придет? Ковид вот занял эту территорию и сказал, только попробуй, войди сюда. Ведь это никто не знает. А может быть, они наоборот подружатся. Будет снижать, не будет снижать. Потому что были люди, и те, которые ставили прививки и тяжело заболели, и те, которые не ставили, тяжело заболели. Ну, от пневмококковой инфекции вот моя коллега, главный врач центра СПИДа, поставив от пневмококковой инфекции прививку, болела в такой тяжелой форме ковида. Но они там с материалом с этим работают, у них лаборатория, куда сходятся все эти. Что сказать, что она ей помогла, ее еле-еле вытащили. Поэтому сказать, что помогла, не знаю. Нужна статистическая выборка, нужен конкретный материал и так далее. По-моему, все индивидуально. Полтора метра. Вот раньше говорили 2 метра, теперь снизили до 1,5 метра. А где эти 1,5 метра? Студенты сидят, и я вот проходила по главному корпусу, по 3 человека за столом. Преподаватель проходит мимо них, он же не летает в конце концов. Если будет такое чихание, это летит на 6 метров, все это было раньше известно.
То есть дистанцирование это, конечно, хорошо, но та ли это оптимальная, те метражи оптимальные, это тоже, но это тот минимум, хотя бы тот минимум, который что-то задерживает. Нет, пневмонии вирусные были и раньше, когда не было ковида. Разве грипп – это же вирус? Разве после гриппа могла быть и вирусная пневмония? Когда ковид, обычно говорят, Наталья Владимировна, это вирусно-бактериальное, потому что все быстренько оживают. Организм ослаблен, и все те микроорганизмы, которые в нас, они тут как тут. Поэтому это совсем не обязательно. Так, можно ли очаговая пневмония быть вызвана коронавирусной инфекцией? Ну, коронавирусная пневмония, она, как правило, сегментарная. Сегментарная, и она ползет. Она начинается с нижних отделов и ползет, как правило, вверх. Потому что ее заход сбоку идет. Но как-то вот больше всего поражаются вот эти вот пятна матовые такие, они начинаются снизу идти. На КТ тоже очереди, но КТ увлекаться не следует. Я вам говорю, что даже 50% это зависит все-таки от сатурации, от насыщения. И может 10% вам напишут, ой, 10% легкая форма, а сатурация плохая. Имеются ли какие-то мнения насчет того, когда завершится пандемия? Ну, следующий год однозначно будем жить с пандемией, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы прививки были, как только достигнем популяционного иммунитета 70%, так вирус перескакивать с одного на другой не сможет. Он перескочил, а там его все, он арестован. И он думает дальше, или ему уходить, потому что он погибает, либо придумывать какую-то другую мутационную форму. Тогда нужны будут новые вакцины. И потом вы не забывайте, что мы все время будем жить в мире микроорганизмов. Уйдет COVID-19, появится Феникс-24, например, или какая-то другая инфекция. Это закономерности распространения. И пока они хорошо справляются со своей ролью. Так, это я ответила Ольге Витальевне. Надежда Валерьевна, сейчас будем отвечать. Мне бы очень хотелось от вас услышать, что мне завтра лучше освещать вам, что вам более интересно. Вот прямо мне напишите, чтобы я акцент делала именно на этих вопросах. И тогда и мне, и вам будет интересно. А завтра мы на какие темы будем с вами говорить? Вдруг я обозначу то, что вам будет не совсем интересно. Так, меры профилактики, конечно, акцентирую, и особенно учебно-воспитательного процесса, именно в образовательных учреждениях. Так, договорились. Еще что?
Ну, видите, без вакцины антитела держатся мало, 2-3 недели. Эти больные продолжают выделять вирус. Поэтому тот, кто даже не болел, он имеет риск заболеть. И, наверное, все-таки, ну, другие страны, единственное, препараты. Каждая страна разрабатывала свои препараты. На сегодняшний день таких препаратов у нас есть только те, которые облегчают симптомы. Ну, появился препарат, который влияет на размножение. Ну, народная медицина тут навряд ли поможет. Так, я один вопрос пропустила. Подождите-ка. Сейчас, минуточку. Для профилактики либо арбидол, либо другие противовирусные препараты. Сейчас же еще, видите, в аптеках есть не все. Это для профилактики. Для лечения, ну, появился вот этот известный уже препарат фавипиравир, но фавипиравир, он якобы действует на размножение, но надо именно попасть в то время, когда идет размножение вируса, а не тогда, когда он двигается. Ведь еще даже неизвестно, а сколько он вообще продуцирует. Вот вирус ВИЧ, например, известно. Он борется с клеткой, и если он клетку победил, то через час он выдает уже 3000 себе подобных вирусов. Вот такое пока про ковидный вирус сказать нельзя. Вот этот препарат или ариплевир есть, репликация, есть размножение вируса, поэтому препарат ариплевир. Есть, но один из них стоил 12 тысяч, снизили тут его до 6 тысяч, но я не думаю, что, видите, бюджет потащит такие препараты, медицинскую сеть, навряд ли они будут поступать для простого населения. И второй из них вот тоже 1010, наверное, стоит. Так, заложили цену, сказали, что он именно только стоит. Поэтому сложно применять такие препараты. Так, сейчас. Имеется на счет, это я ответила. Теперь по профилактике мы будем говорить. Другие страны, вот только все свои препараты, свои вакцины. И свои вакцины. Вот, например, в Америке испытывали вакцину, вы, наверное, слышали, и у них умер один пациент от побочных, видимо, действий. Они приостановили, стали изучать, но потом возобновили. Про этого пациента информация скрытая, ничего не сказали, но он у них умер после вакцинации. Вы, Павел Зигвердович, наверное, в аптеке давно не были, потому что там минимальный перечень противовирусных препаратов. Вот какие будут для профилактики, те можно использовать. Лучше всего промывайте рот и нос каждый день солевыми растворами. Хороший раствор «Долфин», он прямо с этой с этим дается, с баночкой такой, которая хорошо промывает. И все, и никакая инфекция цепляться за слизистую не будет. Конечно, Надежда Васильевна, тяжело. Вот сегодня только спрашивали, женщина говорила, у меня бронхиальная астма, я не могу носить маску. Ну, значит, для вас
для тех, кто имеет хронические такие заболевания, самое главное – дистанцироваться и минимально находиться вокруг людей. Причем можно, смотрите, видите, стоит толпа людей, и там и молодые, они хохочут, и слюни летят, и разговор, а вам надо пройти мимо. Вы сделали глубокий вдох, задержали его, прошли мимо этой толпы и выдохнули. Вот тогда вы точно, даже если там был вирус, не подцепите. Так. Ну, про препараты я сказала. Вообще препараты назначает только врач. Это его показания. Вот для профилактики я вам сказала. А дальше все же должен вести врач и понимать, что происходит. Врач, который приходит, должен в первую очередь измерить сатурацию. Потому что при ковиде нужны и разжижающие кровь препараты обязательно. При ковиде нужны препараты поддержки тех хронических заболеваний, потому что ваши препараты могут быть неэффективны. Надо, может быть, увеличить дозу, надо, может быть, заменить какие-то препараты. Вот это же врач должен все контролировать. Вот правильно, Владимир Георгиевич, во время наших с вами лекций правильно идут занятия еще и физкультурой. Растяжка грудной клетки. Кстати, вот все эти методы Бубновского, помните его все? Ха! Это же на выдохе и есть растяжка. Вот тот, кто хоть какую-то физкультуру делает и включает элементы Бубновского, ведь человек, который был прикован долго к постели, сделали ему там десяток, наверное, операций. Когда он стал заниматься этой проблемой, то он и понял, что ему некоторые операции совершенно были не нужны. Поэтому если человек поставил цель, идет к ней, у него обязательно получится. Есть люди, у которых вместо спинного мозга просто ниточки. И они, преодолевая сильнейшую боль, восстанавливают связи нейронные. И пусть они ходят по чуть-чуть или только стоят, но это, знаете, достижение равноценно подвигу, чтобы вот так из-за ниточек достичь таких успехов. Так, переходить на дистант. Ну, мне бы вот очень хотелось завтра поговорить. Может, мы сегодня с вами все решим до 7, до скольки нам надо там, до 8, что ли, решить. Значит, смотрите, если одна и та же группа, и преподаватель с ней сидит, с этой группой, до, скажем, почти 4 часов, а кто-то из студентов имеет стертую форму, то риск, конечно, есть. Риск есть. И преподаватель, и хронические заболевания практически у многих, я вам сказала, хронизация 80%, то, ну, надо хотя бы, может быть, сочетать какие-то формы, ограничивать. 8 часов преподавателю в УЗИ находиться нельзя. Это риск. Потому что в каждом кабинете рециркуляторов нет, я так понимаю. И включаются они вообще или нет, я тоже не знаю. Организовано ли проветривание, не знаю. То, что мерят температуру, это все вторично, потому что у них температуры не бывает. А у кого температура, тот не приходит, тот лежит. У того слабость, у того нет даже возможности подняться и идти. Поэтому вот это почти бесполезное мероприятие. Теперь то, что касается обработки, я вот не видела. Если группы меняются, первые группы надо разводить. Они должны ходить с разных входов и выходов. В коридорах студентов быть не должно вообще.
когда они приходят к нам на Романенко, и у нас работали преподаватели там, то они, студенты, нам говорят: у вас тут вообще так строго, ни в одном корпусе такого нет. А что мы с ними делаем? Ну, первое, во-первых, мы тоже меряем температуру, это все. Мы включаем рециркуляторы, какие есть с самого утра. Потом мы их разводим, благо позволяет аудитории. Да? Одни пошли в один край, другие в другой. На перемены им выходить не разрешают. Если они хотят есть, рядом с их аудиторией выделена комнатка, где маленькими группками они ходят и едят ту пищу, которую они принесли с собой. Естественно, если они ходят маленькими группками, они успевают вымыть руки, потому что у нас всего две раковины. Это не положено. Если придет санэпиднадзор, может наложить штрафные санкции. Вот как это случилось с техническим вузом имени Баумана в Москве. Не хватает рециркуляторов, студентов не разводите. Раз — вузу 500 тысяч рублей штраф. Ну, московским вузам меньше и не дают штраф. Понимаете? И они должны сидеть только там, не встречаться друг с другом. С ними встречается только один преподаватель. Если все смешивается, как в главном корпусе, я видела, студенты ходят там и по всем разным кабинетам, то это значит, что дистанцирование никакое не выдерживается. И самое главное, у нас нет людей, которые бы обрабатывали в промежутках. Не обрабатывается. Вот стоит этот антисептик. Ну, надо же и ручки обрабатывать, и все остальное. Но если людям не этого делать, это все естественно и понятно, чтобы они приходили еще и дополнительно выполняли какую-то работу. Так что мифы о коронавирусе я стараюсь все отметать. То есть вы хотите сказать фейки, да, которые бывают. Ну, я думаю, вы, наверное, их в интернете где-нибудь найдете. Ну, попробую, ладно. Поэтому, если только эти условия не соблюдаются, то любой педагог находится в условиях риска. В условиях риска. Плюс еще транспорт, плюс еще магазины, по которым вы проходите. Поэтому насчет дистанта решает каждая кафедра и каждый факультет, наверное, отдельно. Так, ладно, про мифы мы тоже информацию соберем. Теперь дальше. Сейчас посмотрим, что еще у нас есть. Долфин очень удобно промывать. Да, видимо, Наталья Павловна пользовалась. И отторгается сразу слизистая. О, вы это почувствуете несколько раз. У вас собирается секрет, который надо выплевывать. Эффективность и точность тестов. Значит, эффективность и точность тестов. ПЦР, я вам сказала, примерно 65%. Полимеразная цепная реакция не может точно сказать. Ну и как вот санэпиднадзор говорит, к ним примерно поступает 16% всех проб. Ну, мы, наверное, еще общее количество делаем недостаточно. 16% на повторное исследование забранного материала. Теперь еще вот вопрос-то в чем. Как правильно забрать материал? Если вы идете сдавать утром, то вам нельзя пить, нельзя чистить зубы и тем более нельзя есть. В противном случае вы всю эту микрофлору смешиваете. Если уже ковид пробрался, то останется только тот, который сидит глубоко, который подцепить нельзя. Если вы идете часа в два сдавать, ну вот вам так назначили,
Значит, вы утром можете позавтракать, ну, наверное, почистить зубы, и все, и до 2 часов ждать накопления вашей флоры. Флоры. Так, теперь читаем дальше. Про Сингапур слышал, правительство изолировало все население и закрыло границу. Но это маленькая страна, да. Сейчас, говорят, внутри страны у них все спокойно. Вот у нас тоже всегда было спокойно, и про ВИЧ мы знать не знали. Как только открыли границы, так все пошло. Это да, Иван Сергеевич. Но в этом плане законопослушной остается еще и Китай. Китай. Потому что у них такие жесткие требования, у них там даже, по-моему, лупят, если я не ошибаюсь, если кто-то не подчиняется. У них вот таких дискуссий по поводу одевать, не одевать не бывает. Про хозяйственное мыло я не слышала. Это раз. Во-вторых, если вы промываете не солевыми растворами, ввиду разницы давления, это очень больно. И никто не рекомендует. Должен быть обязательно солевой раствор. Вы же не бактерицидность проявляете, а вам надо отторгнуть слизистую оболочку, куда внедряются все эти микроорганизмы. Ну, маленьких детей, кто в садике вот тут работает, Надежда Валерьевна, бояться не следует, у них нет рецепторов. Дети в саду почти нонсенс, кто заболел, их нет на территории Омской области. Болеют воспитатели, болеют музыкальные работники. Где они это все собирают? Они все это подбирают из других источников. Кто-то, например, дома семейные праздники устраивает, и приходят люди для семьи совершенно новые. Ведь мы почему еще носим маски? Чтобы чужая микрофлора, которая ослабевает вашу, не попала к вам. Вы ковидом-то можете не заболеть, но те микроорганизмы к вам пришли и вас ослабили. И на этом фоне у вас повышается риск заражения ковидом. Нет, я могу сколько угодно. Я иногда студентам 3 лекции читаю, а 4-ю отвечаю на вопросы. Так что, если что... Ну вот сейчас транспорт стали мыть, тот, который государственный. Поэтому старайтесь ездить автобусами. Их прямо загоняют. Есть такие установки, моют вначале снаружи дезинфицирующими средствами, потом изнутри, но утром, конечно, менее опасно. К вечеру уже это накопление микрофлоры. А маршрутки, я сомневаюсь, чтобы они вообще обрабатывались. Все-таки будем носить те меры, о которых говорят специалисты, в какой-то все равно проценте они уменьшают риск заражения. Ну, пока мы ходим в разные источники, конечно, мы приносим отовсюду. Если наш путь только магазин, причем не транспортным путем, то это, конечно, лучше. Это лучше. Это надо терпеть. Вот тоже правительство записало вам еще одну фразу от правительства, которую сказал Мишустин, переболевшись ковидом. Учитесь, держитесь, крепитесь. Ну, вроде как,
Все наши правители дают нам надежду на лучшее. Но год, конечно, будет полегче, но следующий год мы живем тоже с коронавирусной инфекцией. Так быстро эти вирусы не уходят, тем более они нашли место, где можно сидеть и прятаться. Нам бы вот у них поучиться, но мы пока распознать этой системы еще не можем. Так, ну если вопросов больше нет, я всех благодарю. Завтра встречаемся в это время. Постараюсь те вопросы, которые вы мне написали, осветить. Всего доброго. За здоровье боремся. Здоровья не желаем, а говорим, чтобы вы все каждый день боролись за здоровье. Спасибо вам за отзывы. Всего хорошего. Учитесь спать.